свободе выбор. Сейчас! Выстроились, суки!
Снижаем крыши. Завсад 5. За составом на рельсах. Завсад, не вижу. Даю трассу. Понял. Готов, гад. Thank you.
put a fast travel point in this mod, you deserve a gold star. Иди ко мне, ты обретешь то, что заслуживаешь. Вознагражден будет только один. Твой путь завершается. Иди ко мне. Вознагражден будет только один. Твой путь завершается. Иди ко мне. Вознагражден будет только один. Твой путь завершается. Иди ко мне. Вознагражден будет только один. Пришло время. Я вижу твое желание. Иди ко мне, ты обретешь то, что заслуживаешь. Вознагражден будет только один. Твое желание скоро исполнится. Иди ко мне. Let's
have that put us back, shall it? Вознагражден будет только один. Твой путь завершается. Иди ко мне. Вознагражден будет только один. Вознагражден будет только один. Пришло время. Я вижу твое желание. Твой путь завершается. Иди ко мне. Путь завершен, человек. Иди ко мне. Вознагражден будет только один. Твоя цель здесь. Иди ко мне. Вознагражден будет только один. Твой путь завершается. Иди ко мне. Вознагражден будет только один. Иди ко мне.
обретешь то, что заслуживаешь. Твое желание скоро исполнится. Иди ко мне. Твой путь завершается. Иди ко мне. Путь завершен, человек. Иди ко мне. Твое желание скоро исполнится. Иди ко мне. Путь завершен, человек. Иди ко мне. Твое желание скоро исполнится. Иди ко мне. Путь завершен, человек. Иди ко мне. Вознагражден будет только один. Твой путь завершается. Иди ко мне. Путь завершен, человек. Иди ко мне. Твой путь завершается. Иди ко мне. Пришло время. Я вижу твое желание. Твой путь завершается. Иди ко мне.
завершен, человек. Иди ко мне. Вознагражден будет только один. Я до тебя доберусь. Пришло время. Я вижу твое желание. Иди ко мне. Ты обретешь то, что заслуживаешь. Вознагражден будет только один. Завершен, человек. Иди ко мне. Твое желание скоро исполнится. Иди ко мне. Твоя цель здесь. Иди ко мне. Иди ко мне. Ты обретешь то, что заслуживаешь. Пришло время, я вижу твое желание. Твоя цель здесь. Иди ко мне. Твое желание скоро исполнится. Иди ко мне. Иди ко мне. Ты обретешь то, что заслуживаешь. Пришло время.
Я вижу твое желание. Будь завершен, человек. Иди ко мне. Пришло время. Я вижу твое желание. Путь завершен, человек. Иди ко мне. Пришло время. Я вижу твое желание. Твой путь завершается. Иди ко мне. Твоя цель здесь. Иди ко мне. Вознагражден будет только один. Ничего не выйдет. Все равно сейчас отыщем. Путь завершен, человек. Иди ко мне. Сейчас мы тебя срежем. Пришло время. Я вижу твое желание. Эй, ты! Не думай, ты от нас еще не ушел. Твоя цель здесь. Иди ко мне. Все равно сейчас отыщем. Пришло время. Я вижу твое желание. Вознагражден будет только один. Твоя цель здесь. Иди ко мне.
Твое желание скоро исполнится. Иди ко мне. Путь завершен, человек. Иди ко мне. Пришло время. Я вижу твое желание. Твое желание скоро исполнится. Иди ко мне. Путь завершен, человек. Иди ко мне. Okay, I guess I am now about to find the sea consciousness. Thank you.
Где же ты засел, гад? Все, лучше сам выходи. Скоренько валим его, пока не ушел! Ничего не уйдешь, все равно сейчас отыщем. Ты покойник. Дела, нету его здесь. Вылезай, не прячься, умри, как мужик. Сейчас мы тебя срежем. Сейчас мы тебя срежем. На, хватай! Прикрой, мужик! Прижми его! Слени!
Ничего не уйдешь, все равно сейчас отыщем. От нас не спрячешься. Прикрой, стой, мужик! Не палим его, пока не ушел. Давай, спину держу. Ну покажись давай, трус! Слинял собака. Надо искать. Куда же он спрятался, а? Ну покажись, покажись! Эй ты! Ты не думай, ты от нас еще не ушел! Скоренько валим его, пока не ушел! Покажись давай, трус! Помоги огнем! Держи от меня! Слинял собака, надо искать. Куда же он спрятался, а? Все, ты труп! Все, тебя! Ну покажись, прикрой меня! Покажись! Умри, как мужик! Слинял, собака! Надо искать! Ну покажись! Покажись! Спрячься! Лучше сам выходи! Нету его здесь! От нас не спрячешься!
Куда же он спрятался, а? Ну покажись давай, трус! Все, крышка тебе! Хоть где прячься, отыщем! От нас не спрячешься! Эй, ты! Ты не думай, ты от нас еще не ушел! Валим его.
ушел. Ничего не уйдешь, все равно сейчас отыщем. Лучше сам выходи. Влепили мне. Он же свалка где-то рядом. Ну все, крышка тебе. Отыщем! Ну покажись давай, трус! Вот скотина! Куда же он спрятался, а? Thank you.
Зашибем! Ты урод! Ты покойник, понял? Thank you.
Еще не ушел. Вылезай, не прячься, умри как мужик. Куда же он спрятался, а? Сейчас мы тебя срежем.
Куда же он спрятался, а? Где же ты засел, гад? От него! Ну покажись, покажись! Let's go.
damaged. Installation power level falling. Attention. Power units 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 damaged. Power units damaged. Installation power level falling. Attention. Power units damaged. Installation power level falling. Attention. Power units damaged. I see you have many questions for me. Well, ask them. We are the result of an experiment aimed at creating a super... What you see is the result of ill-considered intervention in the Earth's noosphere. Attempts to affect the noosphere brought about a local crack. The zone is simply the visible manifestation of this crack. The underlying problem is far greater than you can imagine. You're a bolt that fell out of the machine. Unfortunately, that did not come to our attention for a long time. From the moment the zone was formed, many people have tried to get to its center, but we cannot let that happen. Humanity is not ready for the truth. That is why we recruited stalkers by promising them the fulfillment of their most coveted desires. Once recruited, they would be sent to protect the zone's secret. It was the best place. After the explosion in 1986, there were very few people left in this area, and we could work without fear of being found. Further, there were many powerful antennae here, which are extremely important for our cognitive optimization experiments. No, we had nothing to do with that. Most of us were only starting out in science back then. The Chernobyl zone was not used as a testing site for experiments until 1989. S.T.A.L.K.E.R. is a coded acronym,
which we use to mark agents programmed for particular missions. Your mission as our agent was to kill Strelok and his group. They got too close to finding out things they shouldn't know. We created a network of psi fields on the way to the zone center in order to recruit agents. You know one of these fields by the name of Brain Scorcher. When a stalker attempts to reach the zone center in order to fulfill some wish, we acquire control over his consciousness and program him to a specific mission. A mistake was made, and your mission was to kill yourself. The transports we use to send our marked agents into the zone, they infiltrate the stalker community and carry out our orders without realizing it. Unfortunately, more than half of stalkers die during transportation. The zone is very unstable. You are one of our agents sent to kill Strelok, and we're now trying to work out how we made that mistake. That depends on you. The zone is growing. We are trying to restrain its expansion, but humanity seems to be intent on hindering our work. Our resources are not limitless, and the bodies connected to sea consciousness eventually die. If you join us, we can restrict the zone's growth. If you decide otherwise, we cannot make a credible prognosis of the outcome.
Слышь, от меня не уйдешь! От нас не спрячешься! Мужик, я тебя достану! Ну покажись давай, трус! Вылезай, не прячься, умри как мужик! Thank you.
Thank you.
Шлажера!
Thank you.
Mark One, what the hell? Thank you.
I don't know whether I was right or wrong. I guess I'll never know. But I made it. And I guess I should be thankful for that. Stalker, Shadow, Chernobyl. Well, slow again. Thanks a whole bunch for watching, and you folks have a good evening.